Наша память воскрешает все, кроме запахов. Но ничего так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним. Парфюм – это еще и аура вокруг человека, которая соответствует его характеру, пристрастиям, эмоциям, настроению и взглядам на жизнь. Аромат, как нижнее белье. Его нельзя увидеть, но меняет все вокруг. По-разному ощущает себя женщина в обычном белье и белье тонкого кружева и скользящего прохладного шелка. Так и аромат, наполненный настоящими нотами, подаренными природой, победно торжествует над современными ароматами, олицетворяющими достижения химической, кулинарной, рекламной индустрии и мало чего общего имеет с парфюмерией, как искусством. Аромат очень личный и тайный, ведь всегда считалось некорректным раскладывать женщину на бренды, марки, номера помады, названия духов. Аромат женщины – это не марка и не бренд, это ее мысли, чувства, пристрастия, ее сокровенные мечты и воспоминания, а потому не могут иметь названия. Но, несмотря на это, хочу рассказать вам о своих тайных знаках, об ароматах, которые символизируют весной мое пристрастие, чувства и эмоции. И первый аромат весны – это Dior Pour Toison. Сияющий и волнующий аромат, который окутывает чувственными и теплыми аккордами цветочных и древесно-амбровых нот. Основные ноты – апельсин, бергамот, мандарин, флендоранж, жасмин, гордения, сандаловое дерево, амбра и белый мускус. Хотя это и диоровский яд, насыщенный и очень активный аромат, для меня он актуален круглый год и особенно мной востребован с весны до осени. Он очень женственный и пряный, в то же время легкий, бесконечно женственный и самый нежный из всех ядов. Мандарин, гальбанум, бергамот, жасмин, фиалка, апельсиновое дерево, фиалковый корень, иланг-иланг, ветивер, пачули. Разве может этот букет, этот коктейль иметь название? Аромат Privat Collection Jasmine White Moss для меня это олицетворение пробуждающейся весны с богатым ароматом свежести, с ароматом распускающихся деревьев и трав, терпкий аромат весенних цветов. Они немного горьковатые, что позволяет носить их и летом в прохладную погоду, и вечером. Очень стойкие, не похожи на те примитивные современные и похожие один на другой ароматы. Это классический и очень богатый аромат с приятным цветочным шлейфом, который дарит мне настроение праздника, все больше пригревающего солнца, настроение, что в разгаре весна и впереди еще целое лето. Парфюм Esti от Estee Lauder. Иными словами могу только сказать, я узнаю его из тысячи. Насыщенный цветочным запахом, классический аромат, основные ноты грейпфрут, можжевельник, бергамот, кипарис, розмарин, мускат, шалфей, пачули, сандаловое дерево – все это создает неповторимый коктейль чувственных и женственных нот. У меня парфюмированная вода выпуска с середины 2000-х годов, поэтому аромат еще приближен к той первой версии и имеет невероятно по своим краскам аромат, несмотря на то, что сейчас пристрастие и вкус меняется, что-то меняется вокруг, но для меня этот аромат до сих пор – это аромат я. Fiji Guy La Roche. Основной флакон у меня закончился, о чем я говорила в видео об использованном, но обязательно буду приобретать их снова и снова. В этом аромате свежие, легкие, в то же время страстные и утонченные ноты. Из характеристики аромата Fiji подчеркивает хороший вкус его обладательницы и разжигает пламя любви. Этот аромат ознаменовал с собой новую эру свежести. Непревзойденный из всех известных на сегодняшний день свежих ароматов. Непревзойденный по элегантности и утонченности. Для меня это мой второй аромат «Я». Люблю и ношу его круглый год, но в особенности весной и летом, переливая в маленький дозатор, я постоянно ношу с собой сумочки. Это парфюмерная композиция с интригующим и провоцирующим именем «Ню», что означает «обнаженная». Я люблю носить их круглый год. Они одинаково великолепно раскрываются и весной, и летом, и осенью, и зимой,
и создают ощущение комфорта, ощущение праздника, ощущение чего-то такого настоящего, неподдельного и дорогого. Обожаемый мной аромат «Лулу» от Кошарель. Характеристика аромата гласит нам: аромат «Лулу» создан для весьма неординарной личности. Аромат любимый мною давно и очень противоречивый в гамме чувств, которые он вызывает. Это многогранный и заявляющий о себе аромат. Неординарный, как женщина-ребенок, он и романтический, и дерзкий, озорной и волнующий, чувственный и забавный, нежный и глубокий. Это стойкий и шлейфовый аромат, относится к семейству цветочно-восточно-фруктовых, в состав которых входят и бергамот, абрикос, янтарь, специи, ваниль, амбра, мускус. Поскольку парфюм очень яркий, его достаточно буквально одной капли. Я не рассказала вам видео о новинках свежих весенних ароматов, потому что у меня их просто нет. Ничего не трогает моего сердца настолько, чтобы приобрести и пользоваться ими. Если что-то понравится в бутике, то аромат за теста на руке исчезает, как только я захожу домой. То есть они или нравятся, или не стойкие, или все это уже было. Если что-то мне все-таки понравится и я решусь приобрести, то, конечно же, вы узнаете об этом первыми. Спасибо, что были со мной. Совсем скоро увидимся. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Всем пока, до скорых встреч!